смотрю, как там собачки спят. Видели? Там заклятые друзья спят, а здесь мать с дочерью. Вот как они распределили места. А Лирик вон там, в будке. А то говорят, что Лирика выселили, где он, бедненький, будет жить. Вон у него будка, два коврика и колун. Ну, колода, чтобы мясо рубить. Когда мясо рубим от этой колоде, куски отлетают, и прямо ему в будку Лирик улетят. И он неплохо даже здесь устроился. Захочет, вот на этом коврике будет спать. Земляне, подпишитесь на наш канал, а то хозяин меня в дом не пускает. У этих тоже есть коврик. А кто сегодня вот эту штуку? Я спрашиваю, кто эту штуку сегодня? Знаете, где она лежала? Она лежала вот здесь. Вот так она лежала. И знаете, почему она лежала? Я объясню. Вот этот ремешок, видите, вот он был вот так в свободном состоянии. И кто-то у нас очень умный за этот ремешок и вытащил этот пылесос садовый. Ну, пылесос, он же и воздух гоняет. Вон там в углу стоял этот аппарат. А кто-то у нас тут прям, вот все ему надо. Теперь я этот ремешок, знаете, как делаю? Я, конечно, поставлю эту штуку в угол, где она и должна быть. Но видите, что творится. Вот сейчас она за ремешок и опять вытащит сюда к агаве. Видите, что творится? Ну, что, осталось только дождаться, когда сейчас это все грохнет. Давай, бросай. Теперь я сюда, вот видите, вот так раз, натянул, и отлично. Но эту, я думаю, они не завалят косилку, она тяжелая, а вот легкую утащили. Жорка иногда сидит вот здесь на этом коврике. Бывает так, ему нравится. Надо уже агаву разбирать. Ну, я думаю, до весны пусть стоит. Вон Лирик, вот его будка. А вот эта будка, что здесь стояла, он никогда в ней не жил. Никогда. Иногда еще вот в этой будке там сидел. Иногда. Но в основном Марсик там, Смирка там. Это общественная была будка. А вот эта будка его личная. Ну, раньше она принадлежала мистеру Колбаскину. Был песик такой у Димы. А потом добрые люди отравили этого мистера Колбаскина. И вот будку пришлось забрать у Димы. Жалко собачку, конечно. Ну, такая вот у нас забота бывает иногда о собаках. Чем приюты делать. Проще ж отравы купил, потравил и все. И отчитался, что собак стало меньше. Да, что за люди? Что у них в душе? Что у них там в сердце? Какие камни? И ты куда собрался? А, Марсюшка, я вышел только для того, чтобы показать, как вы тут располагаетесь. За кем закреплено чье кресло. Вот и все. Больше у меня никаких целей нету. Я убедился, что кресло по назначению. Видели все, что Мирочка с Радочкой здесь, Жорка с Марсиком там. И никто не воюет ни за что. И хватает двух кресел, третье оказалось ненужным. Ну, надо будет, привезем и третье. Ну что, господа, все. Я убедился, что с вами все хорошо. Так, господин 420, тебя там собирались купать. Пошли. Принимайте. Марсика, будешь купать? О. Что?
Что? Пописал. Да, и пописал, и покакал. Иди. Ой. Иди. Пошли. Пошли. Марсюшка, я его веду, а ты потом его. Марсик. 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 О, а эти вон там, знаете. Уже тут. Марсик, ты где? Пошли, Марсюшка. Ты что задумался? Пойдем, там такое мероприятие, процедура такая приятная. Пошли со мной. Быстрей. Да. Марсик чувствует. Придется вот тут какие-то косточки, хрящики, что-то такое. Не знаю, короче, осталось. Ну вот на это вот я... Пойдем. Нет, нет, это только тому песику, который любит купаться. Эти уже убежали. Все, вот видите, ведем. Пошли, пошли. Пошли. Фырчит паровоз. Давай, заходи. Заходи. Свет включаем. Дверь закрываем. Все. Теперь ты не выйдешь. На. Готовься. Сейчас будем тебя купать. Но это уже будет в другой серии процесс купания. А сейчас моя задача была Марсика сюда привести, обмануть его всеми способами. И сейчас мы его поместим сюда в ванну. И будем натирать ему мылом бока. А пока Виктория готовится там. Ей тоже надо приготовиться, собраться с мыслями. Пошла специально у Марсика шампунь есть его личный. Ну что ты ходишь? Он как медведь в клетке, знаете? Видели медведи? Ходят летом туда-сюда, туда-сюда. Так и Марсик. Ну, как обреченный. Хочет назад выйти. Ну, все, Марсюшка, там на замок. Ванна тебя ждет. Все. Марсик был пойман, припровожден в помывочную. Как мы будем мыть Марсика, я не буду показывать. Я показывал это уже миллион раз. Главное показать, как он любит купаться. И любоваться на сад отсюда, из этого окна, видите? Все. Нет, не все. Все будет, когда Марсик покупается, высохнет, и через минуту где-нибудь вывалится в земле и придет. Вот тогда будет все. А пока это только начало. В земле, скажи, Марсик, ты сам хозяин, валяйся, а я какашки найду. Ну да, они любят и в какашках валяться. И в траве в зеленой. Ну, ладно, все. Надо заканчивать ролик. Еще немножко покажу, как вот его натирают. Это ж вот, который я говорил, специальный шампунь для Марсика. Виктория его прячет, чтобы никто не помылся этим шампунем. А то вдруг я возьму и буду себе бока намыливать. А Марсик кинется, а шампуня нет. И скажет, ура, сегодня купаться не будем. В этом году, наверное, первый раз он, да? Или уже было мероприятие, не помнишь? Надо записывать. Тут его ворошит. Ворошит. Урчит. Ну, так бы я урчал, если бы меня вот так хвали бы, чухали бы. Понятно, почему он урчит. Нэнка. А, да еще и целует, и обнимает. Сейчас теплой водичкой начнут смывать. Тут не то, что заурчишь, тут замурлыкаешь. Ага. Да, завидую Марсику.
Ну ладно, Настюшка, давайте купайтесь, а я пошел. Земляне, подпишитесь на наш канал, а то хозяин меня в дом не пускает.